улица Маршала Тимошенко, 2. Девятиэтажный панельный дом 1974 года постройки. Материал стен – железобетонные панели. Здание примыкает к дому с адресом улица Маршала Малиновского, 2Г. 4 имеющихся входа в парадное поддерживаются в удовлетворительном состоянии. Стальные входные двери оснащены домофонами. Во дворе есть места для парковки автомобилей. Возле дома есть детская площадка. Недалеко расположен рынок. Здание находится в районе с хорошо развитой инфраструктурой, включающей в себя школы, детские садики, множество магазинов, медицинские учреждения и многое другое. Состояние дома удовлетворительное.